Так, приветствую всех любителей видеоигр. Продолжаю именно с того момента проходить, где я остановился в прошлом видео. У меня, кстати, закончился амулет, который защищает от этих, от случайных питов. Что это? Я аж испугался, башня вылезла. И получается, если опять идти туда к продавцу за этими амулетами, то я потеряю еще больше времени. Лучше, короче, это. Электрическая буря, модификатор. Короче, если я пойду к нему, то я там, короче, опять заблужусь. Плюс там вылезут, наверное, штук 10 этих случайных битов. Мне, короче, проще будет вот это. Просто проходить дальше со случайными этими битвами. Fight. Так, ну тут по одному разику пройти, ладно. Тут опять получается вот этот вот модификатор буря. И из-за этой бури тут она будет сбивать длинный... Блин, сбивать длинные комбо. Блин. Зарина весь мой метр сожрала. Который мне нужен для усиления. А так. Да, с этим вот колечком бруталити получается часто. Потому что оно колечко увеличивает силу апперкота в 4 раза. Так, я прошел, да, получается? И тут у меня и вправо, и влево почему-то все открыто.
получается, что... Блин, запутаться можно. Я тут уже был, что ли, получается? Опять Аша. У меня не специально получается браталки, я хотел вообще этим током, у меня вот удар тока не всегда получается. Получается обычная браталка. Так, а что у нас здесь? Испытай, что-то испытать. В последний раз у меня они как-то плохо работали. Блин, я же жму. Непонятно, да они опять что-то? Жесть. Test your might. Вот я, короче, дошел до сюда и жму. Почему ты не срабатываешь? Я нолик жму. Он нифига не жмется. О, тут еще по-разному заканчивается. Странно. Вроде бы раньше нормально все было. Хотя нет, погодите. Или тут нужно просто подождать до конца и... Ладно, просто до конца. Не, нифига, что-то я застрял. О, это Джонни Кейдж, у него Оскар кинул. Test your might. Да, странно. Почему так? Опять не получилось. Похоже на Кану. Мне просто тупо почему-то не жмется. Кнопка, на которой должен быть удар.
Ну, так вот так. Короче, прошел. Не знаю, почему так, или это специально такое. Не, ну вот это то, что там все время по-разному, вот это прикольно сделано. Вот, вот сейчас у меня получился этот удар. Электроудар. Так, направо нельзя, только вперед. Модификаторы. Самонаводящиеся электро там какие-то. Самонаводящееся электричество, что ли? Блин. У меня такое чувство, что на эту локацию идет. Вот гад, обхитрил меня. Так. Что же теперь? А, вот. А, это кузнец. Это получается, мне теперь надо назад, что ли, идти? До какой-то развилки, где не было.
Не сюда. Не сюда пошел. Так. Тут вроде бы как. Я... Что означает синяя полосочка? Блин. Дали какой-то бесполезный талисман, который сейчас придется продавать. Нет, не придется. Портал. Получается, самое начало, да, я пришел? А, ну да, вот. Направо. И где-то тут должен быть продавец вроде, да? Интересно, а можно перейти по тому мостику? Нет, налево нельзя. Возьмем у него. Блин, инвентарь заполнен. Странно. Так у меня же она вроде есть. Маска, которая защищает. Почему ж тогда? Непонятно. Нет, здесь не пройти. А, да, вот тут. Вот тут еще не пройдено. Супер заряд. Так, а почему у меня в левую сторону не открылось? Непонятно. Тут что? Fight.
Через мостик. Нет, не понимаю, как это работает. Я же вроде купил амулеты, которые должны меня защищать. Кстати, я забыл про этот удар. Я же только что купил вот эти вот амулеты, которые защищают от случайных боев. Но случайные бои все равно лезут. Победить трех боев бойцов. Классно. Хочу бруталку попробовать сделать. А там еще? Блин, Таня.
Нет, не получилось, борталка. Березы. Идем дальше. Ого. Выживание. Интересно, кто здесь будет боссом на этой локации? О, отмечено, что тут я был. Странно. А, вот тут я не был. Точно. Здесь я точно не был.
Так, ладно. Получается, что-то прохождение уже это на этой локации, наверное, уже второе видео, да? По прохождению этой локации буду завершать. Уже тут полчаса почти я прохожу тогда. Да проходить я буду уже в следующей локации, не знаю, в следующем видео. И даже не знаю, хватит мне ли еще 30 минут для того, чтобы добить эту локацию или нет. Там же еще вроде какая-то одна секретка осталась. Ладно, всем пока. Если понравилось, ставьте пальцы вверх. Продолжение следует.